Еще в недавнем прошлом жителям микрорайона Лазурный, а также соседнего Шахтерский, за покупками приходилось ездить на центральный рынок города Красноармейска. Это всегда было сопряжено с такими неудобствами, как потеря лишнего времени, поездки в переполненном общественном транспорте и рядом других. На сегодняшний день в микрорайоне действует обширный продуктовый рынок, где каждый может купить все, что ему требуется, без надобности ехать в центр города. За непродолжительный период времени стали видны результаты работы руководства рынка. Установлены прилавки, обустроено много торговых площадей, проведен водопровод и канализация. Изменился и внешний облик. Вокруг сооруженного фонтана установили места для отдыха. Часть дорог выложена плиткой. Обновили облицовку центрального сооружения. По словам директора рынка Чабан Владимира Петровича, имеется еще много вопросов по обустройству площади, которые с течением времени должны будут решаться. Это касается застройки прилегающей территории, комплексов магазинов различного профиля, сооружения второго симметричного фонтана, дальнейшей закладки дорог тротуарной плиткой и озеленения площади. В планах руководства к концу октября запустить действие «Крытый рынок». В общем, перспективность дальнейшего благоустройства рынка налицо. А вот каково мнение самих жителей микрорайона по этому поводу? Хорошо благоустраивается, приятно посмотреть. Вообще хорошо, нормально, нам нравится. Пока вроде ничего. А что дальше будет, узнаем. Все нормально. Сейчас лучше стало, конечно, нормально. Там большой рынок, туда едут за вещами, а здесь рядом многие продукты, которые в жару не довезешь. А отсюда близенько побежал домой, все нормально. Открытое акционерное общество «Красноармейский машиностроительный завод», более известный как «Завод пылеподавления», сейчас переживает отнюдь не лучшие времена. Задолженность перед бюджетом составляет более 2 миллионов гривен. Это отчисления в пенсионный фонд и штрафные санкции, и долги за водоснабжение, землепользование и тому подобное. Долги накапливались на протяжении нескольких лет. Но, как отмечает руководитель предприятия, эти проблемы в скором времени будут решены. Поступление в пенсионный фонд и задолженность по бюджету мы рассчитываем погасить в сентябре месяце. У нас сейчас набрано заявок по шахтам нашего региона, Павлоградского региона, порядка где-то 165 тысяч. Значит, как только поступления появятся у нас на заводе, значит, все эти деньги будут практически перечислены в бюджет, казначейство и пенсионный фонд. На сегодняшний день погашена задолженность по заработной плате по рабочим завода на 27,2%. За минувший месяц завод сработал со следующими показателями. План по товарной продукции выполнен на 85,1%, а по реализации товарной продукции на 93,3%, что по сравнению с предыдущими месяцами значительный рост. Немножко оздоравливается коллектив, появился приток рабочих сил на завод. К нам уже приходят токаря, фрезеровщики. Все вышесказанное дает надежду на то, что один из крупнейших заводов в Украине по производству средств защиты для угольных предприятий не просто вышелит, а в скором времени начнет стабильно функционировать. Главное, чтобы не мешал никто. Мы сами постараемся выйти из этой ситуации. Подрядчиками строительства храма и методического центра выступил ТРЕС «Красноармейский шахтострой», а точнее шахтостроительное управление номер 3. Для наших строителей нового для нас ничего не было. Значит, мы начали его возводить с реконструкции, так сказать, бывшей аптеки. Значит, полностью строительный цикл, начиная от кирпичной кладки и заканчивая отделочными работами. Вот, значит, новое было единственное вот на последние 2 месяца, значит, материалы, которые были в основном все импортные, значит, ну, справились и бригада Глушко, и бригада плотников Лазуткина, значит, в принципе, нормально справились со своей задачей. Центр и храм были построены в очень короткие сроки. Строители объясняют это тем, что заказчик, угольная компания «Шахта Красноармейская Западная номер 1», предоставила им для этого все необходимые условия. Финансирование шло своевременно на должном уровне, обеспечено всеми стройматериалами. Все это позволило создать нормальный рабочий процесс. В скором времени работы в храме равноапостольного великого князя Владимира и в детско-методическом центре христианско-православного просвещения будут завершены, и он распахнет свои двери для всех желающих. Следует отметить, что этот центр своего рода уникален, ведь подобных ему в Украине больше нет.
15 сентября исполняется год детско-юношескому центру «Надежда». За время существования центр уже может похвалиться результатами своей работы. К настоящему моменту здесь открыто 22 кружка, такие как танцклуб «Триера», эколого-туристический кружок «Рюкзачок» и многие другие. Здесь особенно уделяют внимание спорту и физическому развитию организма. Для детей первых-вторых классов есть группа комплексного развития, а те, кто постарше, наверняка заинтересуют аэробика и фитнес-клуб «Афродита». Дети с удовольствием посещают кружки, предпочитая полезное времяпрепровождение уличным посиделкам. В общем, в центре каждый сможет найти себе занятия по вкусу и по интересам. В торжественном марше открытия участвовали спортсмены семи команд Красноармейского района. Главный специалист отдела молодежи и спорта Евгений Николаевич Безрученко доложил председателю оргкомитета Надежде Анатольевне Масло о готовности команд. Со словами поздравления обратились к собравшимся председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Петр Иванович Сушков и глава Николаевского совета Николай Васильевич Джебженяк. Представители команд возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спортивные состязания начались с легкоатлетической эстафеты, в которой денежный приз достался команде села Николаевка. Сладкие призы и сельхозпродукты достались победителям соревнований по гиревому спорту среди детей, подростков и взрослых, по армрестлингу, тяжелой атлетике, в беге на короткие дистанции, среди детей и ветеранов спорта. Восторг у болельщиков вызвали подвижные игры, в которых с удовольствием участвовала молодежь.